А творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна, Мактум, сайт, читаю аффирмации из книжечки Натальи Правдиной, азбука успеха от А до Я, общение с деньгами приносит мне радость, я нахожу радость в каждом мгновении моей жизни. Я приношу радость людям, благодарю небеса за радость жизни. Счастье – норма моей жизни, мое счастье бесконечно, как и любовь Бога. Я благодарю Творца за счастье жизни. Я привлекаю в свою жизнь радость, общение и дружбы. Я упиваюсь каждой минутой своей жизни. Я легко и радостно изменяю свою жизнь в лучшую сторону. Я притягиваю в свою жизнь радостные события и приятных людей. Я размножаю деньги. В моем гранд-ресторане, на моей кухне, я готовлю себе такой ужин, как в Париже. Наверное, здесь, в принципе, немножко нужно утеплиться. Честно говоря, я накинула на мое такое эксклюзивное платье шубку. Думаю, ну и засниму шубку, чтобы это красиво-красиво. Такой у меня бэкграунд, обратите внимание, моя картина озера. Вот, и так готовлю себе такой ужин, как в Париже. В моем, знаете, в этом ресторане. Красота, красота де бьюти, творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Я немножко буду утеплиться, немножко такое, немножко, знаете, там, переодеться и, наверное, здесь, дыша свежим воздухом, буду кушать. Так что, ну, посмотрю.